Так, Канеки Кен, только на тебя надежда сейчас. Так, нужно их заманивать. Заманиваем под пушки. Где мои хп? 100 тысяч сняли. Вы видели? Друзья, всем привет, с вами Бамбуковый Медведь Капанда и добро пожаловать ко мне в гости. Да, друзья, я решил вернуться в Токийский Гуль Темная Война, он же Dark War. Давненько уже не заходил, многие меня просили в него поиграть, и я по нему уже действительно соскучился. Как вы помните, друзья, я остановился вот на этой команде. Вот у меня Арима в качестве танка выступает. Я уже раскачал ему, кстати, его оружие на максимум, на 5 звездочек. Обалдеть, у него уже хп 1 100 000. 1 105 000, обалдешечки. Атака 38 000, но это так себе. Шмотки я особо не прокачивал до максимума. Ну, надо будет, наверное, потом еще докачать. 70 уровня у меня. Так, дальше, друзья, у меня Нора. Нора выступает в качестве атакера, у него уже 41 000 дамага, но хп гораздо меньше, потому что он не танк, но дамажит он тоже нормульненько. У него прикольные еще и скиллы, ладно, про скиллы это потом. И старый добрый наш Канеки Кен, именно Ринкаку, друзья. Почему я его взял? У него ранг, к сожалению, SR, не SS ранг. Ну, то есть не Double R, а просто R. Но суть в том, что, друзья, я прокачал его на 5 звезд уже. Это единственный персонаж, который у меня здесь прокачан сейчас, на данный момент, на 5 звезд. Толко у меня еще дополнительно есть тоже на 4, здесь тоже на 4. Вот у меня еще есть, конечно, Джейсон. Ну, что-то Джейсона не так охота видеть все в команде. Взял, короче, друзья, Канеки Кена. Так, ну это я так просто, чтобы вам напомнить, что, друзья, я хотел сегодня, куда забежать, что показать и так далее. Но многие уже знают, я туда часто захожу. Мне очень нравится в этой игре, друзья, режим, который, ну, я называю его моба, либо дота, да. Вот смотрите, есть трейдинг-центр. Здесь вообще много квестов, довольно-таки неприкольно. Вот здесь есть качле, по качле Крусейд я уже снимал, друзья, видосик. Ивенты это стандартные, ну здесь много есть приколюшек, но больше всего мне нравится трейдинг центр, друзья. Смотрите, здесь есть два режима, первый сингл и второй дабл, типа, мол, это просто дорожки, по которой бегут у нас, ну, вот эти небольшие мобики, и где расположены у нас пушки. Наша цель, конечно, добежать, ну и, грубо говоря, уничтожить Nexus. Ну, кто играл в мобу, там, в доту, либо в лол, тот знает. Давайте лучше меньше слов, больше дела, я сейчас залечу, вам покажу. Вот в эту штуку я, друзья, практически каждый день захожу и играю. Так, смотрите, друзья, вот здесь это, которые плюшки нам могут упасть. Это сундуки, а также ключи, соответственно, к этим сундукам. Ладно, друзья, давайте залетаем. Сейчас быстренько катанем. Не знаю, повезет мне, не повезет. Сейчас посмотрим, какая мне команда здесь выпадет. Ну, соперник. И, конечно же, мы катанем. Так, 70-й, 112-й, 71-й. Ну, в принципе, я думаю, будет нормально. Против Аримы, против Акиры, да, мы там играем. Смотрите, они бегут на автомате. Во-первых, я всегда переключаюсь. И делаем вот так вот шаг назад, для того, чтобы они пока мисс вперед не бежали. Потому что если они бегут, друзья, вперед, вот здесь вот авто, когда мы нажимаем, они самые первые врубаются, и капец, после этого очень жестко начинают дамажить. После этого... тихо, 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 мне нужно убежать. Нет, 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 быстро убегаем, 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 убегаем. Все, мне хана, друзья, они сейчас меня убьют. Моя самая главная цель, друзья, заманить их под пушки заманить. Смотрите, я еще выжил. Более-менее я пока не выжил. Надо потише сделать, что-то здесь музыка вообще жесть. Так, 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 заманиваем, заманиваем, заманиваем. Не-не-не-не, куда побежал? Все, мне... Не, ништяк, я выжил, друзья, я выжил, я выжил, я выжил. Так, давайте я сделаю еще потише. Что-то у меня слишком жестко. Так, счет, друзья, мы проигрываем. Смотрите, 1-2. То есть суть в том, что вот у нас здесь есть пушки. Эти пушки, вот они вот по карте, если смотреть, вот смотрите, они уже сломали у нас две пушки, а мы у них ничегошеньки пока не сломали. То есть вот у них наверху пушки, и вот этот вот Nexus, соответственно, вот это наш Nexus, нам нужно его защитить. Так, и чё, куда они ломанулись все? Так, ну-ка, друзья, назад, подождите, я тут видос пытаюсь пилить, капец, меня ушатали, вообще, друзья, за милый мой. Так, берем все в свои руки. Берем все свои руки, друзья. Так, смотрим, мы по низу. И снизу нам уже все расхлобучили. Так, подманиваем их сюда, друзья, подманиваем. Пускай они дамажут. Так, 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 так. Капец, у нас сейчас Nexus, друзья, разломает. Что-то, по-моему, пошло все не по плану. Я валяюсь, капец. Что за жесть? Так, хп еще пока мисс более-менее позволяет. Сейчас наверху нужно срочно защищаться наверху. Давайте, 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 защищаемся. Они нам со вторую пушку разломают. Все, друзья, нам хана.
Так, нет, 6-5 пока мисс идет счет, более-менее. Так, Канеки назад. Канеки нужно отвести. А, так, смотрите, у меня пушка поломана внизу полностью. Две пушки. И наверху одна. А мы у них вообще еще ничего не разломали. Так, давайте сначала пушки попробуем продамажить. Максимально дамажим. Все, нам сейчас опять, друзья, хана. Так, 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 надо отбежать за нору, друзья. За, отбегаем за всех. Там за Канеки я уже не успел, конечно, его спасти. Ха-ха. Так, пушку давай, 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 мой хороший. Нора, нора вообще дамажит за милый мой. Так, быстро отбегаем, друзья. Сейчас будем... Ага, отбежали мы 10 раз. 8-8 счет. 8-8. Так, снизу бежим, снизу дамажут вообще. Надо снизу защищаться тоже, друзья. Так, и с этой стороны до пушки сейчас добегут. Сейчас вангуют, друзья, добегут. У нас еще одну пушку сломают. Капец, что-то жесткая какая-то битва. Думал, будет попроще. Так, ну, наша цель, конечно, сейчас взять, перехватить здесь инициативу и постараться их продамажить. Вот, сейчас есть, друзья, шанс. Так, мне нужно Ариму вывести вперед. Вывести, чтобы он вперед бежал, как за танка. А сзади дамагеры. Давай, 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 давай. Сейчас максимально их сейчас раз... Так, всех разбираем, друзья, мелких мобов. И, так, они уже бегут, друзья, они уже бегут. Арима впереди, самое главное, что Арима. Давай, 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 Кира. Все, снесли, вообще просто снесли жестко. Так, нижнюю пушку, мы, я так понял, мы побежали на нижнюю пушку. Так, нет, 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 назад. Быстро теперь вперед, давай, 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 дамажим, 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 дамажим. Капец, сейчас Арима умрет, сейчас Арима умрет, мне надо уводить. Так, уводим Канеки Кена. Надо было вообще назад бежать, друзья, надо было бежать назад, конечно. Но я решил рискнуть и пушку там продамажить. Так, Канеки очень сильно дамажит, кстати, смотрите. У него в районе 40 тысяч, куда ты побежал? Так, назад, назад, сейчас будем подманивать. Будем подманивать, конечно же, друзья. И ждать, пока зареспаунятся наши остальные персонажи. О, что-то давно я уже не заходил, друзья. Да, давно не заходил. Так, Арима на Ариму и сзади еще... Так, там еще подбегают. Фу, нифига себе, мы всех троих расколбасили. Вот это было жестко. Смотрите, 16-10, мы перехватили инициативу, прям про то, что я и говорил. Так, отбегаем назад, Нора тоже немножечко назад, а Ариму пускаем вперед. Переключаемся, друзья, на Ариму, сейчас максимально нужно пушку продамажить. Давай, 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 пушку быстро разбираем. Они уже зареспавнились, они сейчас побегут назад. Так, Нора маленько назад. Так, капец, что-то тут все шустро, друзья, очень шустро все происходит. Здесь вот в том-то и смысл, друзья, чем мне нравится. Здесь можно как, имея преимущество в самом начале, в конце слиться, так и наоборот. Вот мы в начале сливали. Смотрите, у нас пушки были все разобранные. И теперь более-менее у нас есть шанс победить. Так, мне надо Канеки отсюда вывести. Давайте я Канеки вывожу. И теперь давайте последний рывок. Последний рывок. Так, 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 так. И Нексус, нам нужно его расхлобучить. Быстренько, товарищи, да, это будет победа. Ладно, ладно, еще рано, еще рано. А, Нора умер, Нора умер. Так, и чуть-чуть, все, смотрите, у меня оставался последний Арима, и мы победили. А нет, Канеки еще вроде был живой. Фу, да, друзья. Вот этот режим, чем мне нравится, он очень веселый. Нужно постоянно держать все под контролем. Либо на автомате играть, но их контролировать. Либо за всеми тремя направлять, это, конечно же, тяжело здесь. Но мне нравится. И то же самое, друзья, хотел сейчас показать сингл. Здесь гораздо проще, у нас просто одна дорожка. Одна дорожка, то есть, грубо говоря, у нас мид. Нету ни боттома, ни это, ни топ-лайна. Просто посередке они бегут. Так, смотрим, смотрим. О, вот это Рима 150, у него арсиклеток очень жесткий. Смотрите, отводим назад Нора и отводим назад Канеки. Впереди у нас бежит Арима. Так. Так, так, вперед тоже пропускаем вот этих солдат, чтобы они на себя как можно больше агрили противников, чтобы первый дамаг прошел по ним. А после этого уже будем мы, смотрите, два Аримы. Так, 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 мы вроде практически... Так, двоих завалили у них, двоих завалили. Нет, одного завалили. Так, 2-1 счет, капец, что там происходит, вы просто посмотрите. Творится какой-то жескач. Арима дефает, у нас Канеки Кена уже убили. Давай, вся надежда, конечно, сейчас на Нора. Нора, 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 давай, дамаж сильнее. Так, оглушили, наших оглушили. Все, 3-1, пока мисс нормуль. Так, назад сейчас самое главное. Друзья, назад, 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 куда поломанулись-то так жестко? Так, Канеки Кен, только на тебя надежда сейчас. Так, нужно их заманивать. Заманиваем под пушки. Где мои хп? 100 тысяч сняли. Вы видели? 100 тысяч как с куста, вообще все, мне хана. О, нет, я еще выжил, я выжил, 100 тысяч, всю полоску, друзья, сняли.
Так. Сейчас максимально как-то издалека бы стараться, чтобы его не убили. Канеки Кен, давай. Хиляйся. Возле Нора. Так, что-то жесть. 5-3, друзья. 5-3 пока мы ведем. Но у Канеки вообще хп нету. Смотрите, 0. Так. Возле пушки мы воюем. Еще народ подгребает. Это хорошо, друзья. Так, Канеки подальше отводим. Этого тоже подальше. Ариму вперед выставляем. Давай, Арима, дамаж. На себя все. Ай-яй-яй-яй. Назад. Дефаемся. Капец, вот это жесть. Вы видели, как мы их разобрали? Да, правда, там и моих двоих уже разобрали. Всех двоих мы их тоже разобрали, друзья. Так, и теперь нужно постараться продамажить хотя бы чуть-чуть пушку. Пушку. Самое главное только, чтобы... Нет. Назад. Нужно подождать всех остальных. У меня очень мало хп, друзья. Он бежит за мной. Так, я взял броньку. Сейчас. Начинаем атаковать. Это было жестко. Очень быстро и очень жестко. Так. Канеки Кен назад. Куда ломанулся? Ты что, с ума сошел, что ли? Все, всех наших положили. 9-7. Нужно отступать, друзья. Нужно отступать и ждать. Так, Канеки Кен, заманим его под пушку. Давай. Сюда под пушку. Максимально бежим. Так, и сейчас я под наш Нексус его заманю. Его должны жестко продамажить. Так. Все, ништяк. Канеки Кен живой. И полетели, друзья. Пошлите теперь опять в атаку. Быстро, нужно очень быстро, пока нашу пушку не продамажили. Капец, это что-то жесть какая-то. Длинная такая катка, давно уже не заходил. Раньше я каждый день сюда забегал, друзья. Уже все забыл. Так, опять назад немножечко. Самое главное, чтобы у нас максимально старался сдерживать их Арима. У него миллион хп. И он очень хорошо сдерживает. Но атака у него, конечно же, поменьше. Так, вот сейчас самое главное постараться пушку продамажить. Давай. Пушку дамажим по максимуму. Капец, мы вообще ничего не можем им продамажить. Нора хотя бы продамажить. Еще один Арима. А, на мне пушка. Все, это мухана. Нора хотя бы спасаем. Спасаем Нора. Не, все, мы никого не спасли, друзья. Они пробежали, к сожалению, затупили. Вот видите, потому я говорю, что лучше, друзья, конечно же, держать все... на контроле. За самим играть. То, что они пробежали за пушку. Из-за этого мы слились. Так, сейчас самое главное мою пушку постараться защитить. У него хп осталось. Смотрите, у нее. Точнее, у нее хп осталось вообще чуть-чуть. Так, будем стараться сейчас опять заманивать. Так, все сюда. Самое главное только постарайтесь с другой стороны не обходить, а. Все, наши пушки, друзья. Все, друзья, они что-то тащат. Хотя мы, смотрите, 15-11, но пушка вообще наша уже все. К сожалению, сломалась. Полноценно. Так, назад. Канеки Кен тоже назад. Не торопитесь вы, как все ломятся-то, а. Так, ладно, я, наверное, чувствую, пойду сейчас с автомата, буду сам потихонечку дамажить. Так. Все, начинаем. Быстро щит прокастовываем. И вот теперь скилл. Максимально скиллом. Стараемся продамажить. Там Канеки воюет во все. Все, хана мне опять, друзья. Мне опять хана. Уводим его. Назад. Нора, тоже убегай. Все, этого разобрали. Ладно, пробуем теперь за Нора. Чисто, друзья, буду за Нора сейчас пытаться. Счет 20-13, смотрите. Но я не могу никак пушку у них разломать. Вот сейчас есть шанс. Все, пушку разобрали, вроде более-менее. Так, за Нора буду смотреть, друзья. Так, продвигаемся чуть-чуть вперед. Они не зареспавнились? Нет, все, они успели зареспавниться. Это просто жесть. Так, назад. Капец, он меня зафризил. Единственный шанс у меня есть, конечно же, сейчас отступить. И потом опять максимально собраться всем в кучке и попытаться продамажить. Капец, опять меня оглушили. Что за жесть-то, а? Так, Ариму вперед выводим. Ариму вперед максимально дамажим, друзья. Все, вроде бы пучком. Вот сейчас, пока они не зареспавнились, друзья, у меня есть шанс, конечно, их разбить. Так, все нормуль. Солдаты бегут вперед. Сзади бежит Арима. А далее бежит у нас Нора и Канеки. Все, друзья, да. Ну, вначале, как обычно, что-то было тяжело, а потом более-менее разобрали. Прикольно.
Друзья, как всегда говорю, ссылка на игру будет в описании. Скачивайте APK-файл и закидывайте к себе либо в эмулятор, либо закидывайте прям на телефон. Я играю и на телефоне, и играю на компьютере. Эмулятор у меня BlueStacks, друзья, BlueStacks 3. Он бесплатный, скачивайте, устанавливайте и прям на него перекидывайте этот файлик. Все, друзья, на этом видос я буду завершать. Если вам будут интересные ролики именно по Dark War, буду здесь еще продолжать снимать. А вот такой вот был здесь небольшой, друзья, внутри игры режим моба, где можно прикольно поприкалываться и повыбивать сундуки. Все, друзья, на этом я говорю всем огромное спасибо за просмотр. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.